Так, добрый день, друзья, вот и подписчики канала, Агроземледелие. Вот, вчера мы каплунчика замочили, а к нам гости приехали. Вот, и как раз подошло так, что вот сейчас мы будем каплунчика. И за разом и день урожая нашего отметим, скажем так, не шибко хорошего. И вот такой вкусняшка такая у нас сейчас будет. Сейчас мы. Ой, как хорошо. Друзья, не поверите, запах. Ну, наверное, как я не знаю кто. Сейчас мы это все вам застымим уже. Конечный финал, уже вечер, температура немножко упала. Нина, вот один шампур твой. Она поняла, Нина, про кого я говорю. Ну, здесь каналы. Не буду я каналам раздавать, я просто Нине покажу. А то скажут, кто-то обидится, кому-то достанется, кому-то нет. Ну, друзья, я за вас, за всех. Весь удар приму на себя. У Славика колхозника раки там хорошие, он варит. А я шашлык буду варить. Жарить, вернее. Ну, всем привет, друзья. Вот так вот у нас проходит время. Работаем и кушаем. Так, дело ближется к завершению. Вот у нас такие кусочки смачные. Сейчас еще 10 минут, и будем мы его дербанить.